把人生，наша жизнь наполнена интересными делами, которые приносят нам радость и счастье. Когда мы их исполняем, наступает момент истины и духовного удовлетворения. Эти чувства самые невероятные. Это наш воздух, наша жизнь. Я верю, у каждого человека есть свой путь. Каждая деталь — это как камень на пути к успеху. Бывает неудача, но ты идешь дальше. Прыгни, и ты достигнешь цели. Отдавай всего себя, все свое естество. Я не знаю, когда наступит конец. Неважно. Я все равно не остановлюсь. Я верю в силу своей настойчивости. Повторяй от раза к разу. Я однажды твои раны покроются медалями. Верь в единство. В единство красоты. Красота не может быть сама по себе. Единство — вот истина красоты природы. Верь, когда откроется занавес, мы вместе поплывем с тобой так красиво, и нам будут аплодировать. Верь в силу совершенства, точности, элегантности, целостности, гармонии, красоты. Верь в силу профессионализма. С течением времени мы станем свидетелями нашей трансформации. Но путь впереди долгий, и мы даже не заметим, как в конечном итоге мы очутимся в другой реальности. Верь, надо быть смиренным. Цени, что делают другие, и бери все лучшее от этого. Верь в силу своего тела. Ведь ты самый лучший врач для своего тела. На следующий день у вас ничего не будет. Верь в силу учителя. Внимательно слушай и запоминай все, что он скажет. Учитель из Украины Юлия поделилась со своими студентами опытом, как можно лечить раны с помощью плевы от обычного яйца. Учитель помог и согрел твое сердце. Будь благодарен учителю. Благодари себя за то, что верил и мечтал.